Всем привет! Давно не виделись, я соскучился, а вы пишите, как отметили Новый год. Это сильная новость, рубрика «Короче», поехали! А в Беларуси появится налог на профессиональный доход. Это следует из обновленного налогового кодекса. Налог ведут уже с 1 января 2023 года. Пока только не совсем понятно, кто именно будет его платить. Это еще должен решить Совмин. Ставка налога составит 10%, а в случае, если ваши доходы больше 60 тысяч в год, то придется выложить и 20%. Гомельские гаишники решили проверить обстановку на дорогах после новогодних праздников. Что по итогу? Всего за несколько утренних часов понедельника выявили 263 нарушения ПДД. Пьяного, кстати, поймали всего лишь одного водителя. Были еще 8 бесправников. Ну а что касается пешеходов и велосипедистов, то они 83 раза нарушили ПДД. Эту зиму сложно назвать суровой, но цифры говорят об обратном. В Гомельской области более 1000 человек пострадали от гололеда и холода, если быть точным, 1057. Всего по стране с ноября месяца уже 6387 пострадавших от гололеда и холода. Кстати, вы уже успели плюхнуться в этом году?